Сразу две образовательные программы для предпринимателей Тверской области подготовил региональный центр «Мой бизнес». Для тех, кто только начинает свое дело, со 2 ноября доступны обучающие семинары «Бизнес-старт». Для более опытных представителей малого и среднего предпринимательства специалисты центра подготовили программу «Академия бизнеса». Более подробно об этих направлениях обучения в материале нашего корреспондента. Выбрать бизнес-нишу и начать свое дело, создать продукт и научиться его продавать, подготовить собственный бизнес-план и финансовый план для привлечения инвестиций. Об этом, а также о многом другом начинающим предпринимателям Верхневолжья расскажут в рамках обучающей программы «Бизнес-старт». Принять участие в ней может любой, кто хочет начать свое дело или уже стал бизнесменом, но не ранее, чем полгода назад. Там есть полный курс от генерации бизнес-идеи до ее упаковки. Мы говорим подробно и о том, где искать свою идею, и о том, как ее сформулировать, как отстроиться от конкурентов, какие каналы продвижения выбрать, как позиционировать себя в соцсетях и на собственном сайте. Как отмечают специалисты центра «Мой бизнес», к концу курса у начинающих предпринимателей должно быть полное представление о том, с чего они начнут и куда они в перспективе хотят прийти. В числе спикеров обучающей программы – действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса. Также участникам семинаров будут помогать опытные наставники. Одна из них – предприниматель с 15-летним стажем Анна Воронова. Как рассказывает девушка, роль наставника она видит в возможности поделиться с начинающими бизнесменами накопленными знаниями и компетенциями. Я планирую задавать им правильные вопросы для того, чтобы они самостоятельно сделали те выводы, которые будут соответствовать их пути. У каждого в бизнесе свой путь. Я думаю, наша задача как наставников людей навести на этот путь, намекнуть им, куда стоит двигаться. Те же предприниматели, которые уже отправились в большое бизнес-плавание, но внезапно столкнулись с определенными трудностями при построении своего дела, могут принять участие в обучающей программе «Академия бизнеса». В ее рамках будет рассказано о том, как грамотно управлять финансовыми рисками компании, какие ошибки в стратегии и тактике управления являются критичными, как избежать ошибок при найме сотрудников и построить эффективную команду. Спикеры этой программы, они не только действующие предприниматели с многолетним опытом, но они обязательно те, кто пережили какой-то... может быть, не крах, но кризис в собственном бизнесе. И они работают именно с теми ошибками типичными, которые делают предприниматели. Отметим, что проведение подобных образовательных форумов – лишь одна из форм поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Верхневолжья. Большое внимание субъектам МСП уделяется также в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как считает глава региона Игорь Руденя, на территории Тверской области созданы все условия для развития бизнеса. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится. Благодаря участию в профильном национальном проекте мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей. Для участия в любой из обучающих программ достаточно лишь оставить заявку на официальном сайте центра «Мой бизнес» или отправить электронное письмо на почту организации. Как отмечают специалисты центра, количество мест ограничено, и чтобы оказаться в числе участников программы, мешкать с регистрацией на обучающие семинары не стоит.